центрами сейчас стоит очень серьезная задача. Это четкое оперативное информирование наших граждан о тех вакансиях, которые есть на территории нашего субъекта. Происходит модернизация производств, реализуется большой комплекс инвестиционных проектов. Очень важно, чтобы в центре занятости не только рассказывали жителям по тем направлениям, которые существуют, но они стали еще и организаторами переобучения тех профессий, которые востребованы на сегодняшний день.